Лестницу на пляже Яшмовом возьмут на баланс города. Такое поручение дал губернатор Севастополя Михаил Озвожаев на аппаратном совещании. Это необходимо для того, чтобы привести ее в порядок. Дело в том, что от жителей в Центр управления регионом поступили обращения. В них говорится о том, что на лестницу к пляжу Яшмовой после сильного ливня сошел грунт. Губернатор посетовал, что в ответах на эти обращения различные ведомства не могут взять на себя ответственность за содержание лестницы. Лестница на Фиоленте. А как она у нас никому не принадлежит, ни на каком балансе не стоит, если мы ее ремонтировали, я лично помню. Мы занимались долго и упорно подрядной организацией. Крайних нету. ДГХ, значит, нет. ДИЗО, нету лестницы у нас в городе, ничья она. Монастырю не принадлежит. Севприроднадзору тоже, потому что хоть там УПТ, но лестница как-то там сама живет отдельно. Ставьте на баланс города. Хорошо, Алексей Николаевич, определите, за кем закрепить ее.